Это же комната маленького соседа. Серьезно? Это когда у манежа лежит. Это его бабушка. Да ладно? А это что, его родители? Мама, тебе не кажется, что за нами следят? А помнишь, как сосед с Слендерменом был? Да. Они слишком много знают про меня. Я за вами. Сосед, беги! Быстрее! Ну ладно, вы сами ко мне придете. Девочки, вам нужно срочно идти в подвал соседа. Ладно, хорошо, мы пойдем в подвал. Всем привет! Привет, друзья! Сегодня мы должны пробраться в подвал и узнать новую тайну соседа. Мой, привет! Нажимай на красную кнопочку. И на колокольчик, чтобы мы не потерялись. Мур. Срочно узнать. Смотри, ну, сосед возле соседа. Он стал Слендерменом. Бежим. Он закрывает на ключ. Что-то он там запер кого-то. Или что-то, ребята, что там происходит? Не знаю. Он какую-то магическую вещь там взял. Не знаю, нам надо срочно попасть в его подвал. Да. Там какая-то новая тайна. А зачем вы кроссовок взяли, короче? Так, нам нужно кроссовок, чтобы нам нужно закрыть, наверное, там выключатель. Нет, я не знаю. Он сейчас... Побери, быстрее текай. На тебе кроссовка. Ребята, Валерий попробует сейчас пройти с первяк. Ребята, я знаю, зачем нам нужен кроссовок. Зачем? Чтобы кидать в него. А если попробовать за ним побежать аккуратненько? Попробуй пойти за ним, может, он тебя действительно не увидит. Только тихо иди. Тихо, ребята, подкрадываемся. На цыпочках. Он не видит, Валерий, действительно. Нет, он увидел, Валерий, иди. Поймал. Идти за ним не вариант, ребята. Наверное, он все-таки как-то успевает повернуться. Ля, он там прыгает. Ребята, он прыгает из дома. Не знаю, Валерий, ну давай попробуем обойти дом. Может быть, не знаю, сюда давай проберемся. Где он? Вроде бы нет, давай. О, он там на улице. Тогда попробуем в подвал. Ну ладно, мы не успеем в подвал. Можно, кстати, для подвала. Сиди там. Он идет, ребята. Он подошел. Все, сидим тихо. Он тебя видит или нет? Нет, он не видит. Не вылазь! Подожди, как он видит? Почему? Он же раньше не видел нас в этом шкафу. Так, давайте еще раз попробуем. Так, Валерий, ладно. Давай. Бежим. Он вообще такой сильный. Мне кажется, там что-то очень важное в подвале, ребята, сейчас. Ребята, в подвал очень сложно пролезть. Так вообще не зайти. Пробегай мимо него. Попробуй, может быть... Он не видит тебя. Он зарядку делает. Нет, Лянь, какой он прикольный! Ребята, смотрите, а вы делаете, кстати, зарядку по утрам? Мне кажется, это очень полезно. Да нет, за ним просто наблюдать прикольно. Ну, это да, он прикольный, согласна. Но смотри, чтобы он тебя не увидел. Ты в дом заходить будешь вообще? Смотри, тихо. Нет, это страшно. Давай, иди очень аккуратно. А, смотрите, как он заходит в дверь. Так, давай проберем. У него крылья не помещаются. Да, слендерменовские, это точно. Щупальца. Он спит. Все, давай попробуем заснул, подвал. Пробегаем. А он возле двери спит, ребята. Не просто так можно пробежать. Даже нелегко. Через окно? Ну, давай попробуем. Так зачем ты его будешь, не буди? Ты рядом. Бежим. Ты тоже попал. Надо было в тот правое кидать. Я в него попала. Ты не в него вообще. Да нет, не надо в него. Почему не он надо? Он тебя поймает и все. Мы в подвал так и не попадем. Ой. И не узнаем тайну. А что тайну. Он делает? Ребята, мы что-то возле дома крутимся, непонятно. Давай сюда. Он выбросил эту штучку, чтобы ты в него не кидала. Как он сделал круто, ребята. Я не знаю. Валерий, не беги туда, мне кажется, он там. Пробегай, бежим. Пробегай. Нет. Давайте попробуем. Да нет. Бананом в него, на. Так, ребята, теперь я попробую. На тебе, покушай бананчик. Потому что у Валерии не получается. Вау, какой у него дом красивый. Я в акте третьем. Уже ночь наступила. И мы сейчас с вами да. попробуем Мама. Здесь побороться за вот эту дверь подвал. Мама, бегай! С фонариком! Валерий! Мама, беги, беги, беги! Куда? Убежать куда, ребята? Беги отсюда просто. Ребята, беги, мама, пожалуйста. Ай, как мама классно от него убегает. Да, но он меня ловит, ребята, не так уж мама, это легко. Мама, кинь его чем-то. А с чем у меня а ничего нет? А у тебя нет. Ни одного предмета нет. Он у меня только бросается. На тебе, Клем. Бежим, бежим, помидорка. Его помидорка вообще меня ослепила. Я ничего не увидела. Как бежать? День наступил. Так, мама, давай кстати, еще кстати, днем раз. Намного легче бежать, поэтому аккуратно, сейчас, пока кинул он не... в него коробку. Нет, пока да он не видит. Да кинь в него коробку и все. Давай, мама. Давайте сюда проберемся и, возможно, вспоминайте, что нам нужно сделать. Поставить стульчик, кинуть коробку и открыть выключатель, и лифт открыть. Все, все, вы уже прям вспомнили, молодцы. Да. Как мы проходили с вами третью часть, помните? Вон он! Вали, 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 вали. Да,
Давай сюда скорее. Вот, он ползет. Да, смотрите, какие... Ребята, он очень медленный, он такой, ползем. Он выше этажа не поднимется, ребята, он за нами ничего сюда не придет. Ничего, это он не медленный, он очень быстрый, мне кажется. Все, так, оп, вспоминайте, мне дорогу. Нужно найти еще рубильник. Ой. И попасть обязательно... Открыть, давайте вагонетки откроем, да, мама? Да, и в комнату обязательно к манекенам потом пойдем. А. Мы через нее попадем в секретную комнату. Вау, мы попали в магазин. Помните, ребята, как мы собирали необходимые продукты? Кто помнит, что мы должны были взять в этом магазине? Мясо, потом брали молоко. Это чипсы, сок, чипсы. А, огурцы. Чипсы. И что-то розовое. И йогурт. Ну, йогурт, наверное, да, это йогурт. Но вы помните, что нельзя было попасть с манекеном? Они рядом. И они смотрят и следят за мной. И красный манекен — это самый ужасный. И мы что? Могли только приседать, чтобы они нас не видели. Тогда они поэтому, да. Я и видел... нам нужно было за время, за определенное, успеть приехать на кассу и пробить наши товары. Правильно, все, вы молодцы, вспомнили все. Теперь аккуратно. Я Мама Нима! Промазала! Моя тачечка укатывается! Манекены близко. Ребята, они меня сейчас увидят. Мама, время, давай быстрее, мама! Давай, мама! Я свой квест, челлендж не пройду. Есть! 4! Все. Катите лешку. Тихо, на кассу, на кассу. Поворачивайся, оборачивайся. Тихо, они меня не должны услышать. Ну уже, тачечка, давай. Тихо, давай, на давай, кассу, давай. Кассу, вези. Мне нужно уже успеть. Близко, кассу. Вон она. Успеть пробить мои Касса предметы. Близко. Есть, я успеваю квест пройти свой. Тихо, только здесь главное, чтобы все получилось. Она чтобы закрыла мы собрали дверь. 4 правильных предмета, самое главное. Первый попал, она закрыла вторая дверь. Попала. Видите, она меня третий. Не... Она не пропустит меня. Ну, все! Есть! Да, мама собрала все правильные 5 предметов. Все, мы с вами уже близки. Мы переходим так. С вами вау, в комнату. Это школа. Да, помните такую школу манекенов? Конечно. Мы пробегаем ее и должны сейчас быстро сбежать от манекена. Это Балди. Какой это Балди? Это учитель пришел, я шучу. Лысый, но манекен. Похож. Смотрите, он что, меня хочет поймать? А ну отстань. Урок, урок. Все, есть, иди на урок. Ребята, урок. Вспоминайте, что мы делали? Мы растапливали чип, ну, ключ. Чип-карту. Помните? Да, карточку в морозилке растапливали. Все, верно. Нам нужен чайник. Нам нужно сейчас найти кипяток, воду налить в этот чайник и растопить карточку, которая... А откуда можно налить? А чайник у нас... Ребята, вон, смотрите. Да. Растапливаем. Да, будем растапливать. И эта карточка нам нужна для чего? Для того, чтобы открыть дверь в подвал. Ага. Все, вы молодцы, все помните. Давайте сейчас ее растопим. А! Что это было? Да, Слендермен! Слендермен! Он тоже Слендермен! Я оттолкнула. Мы его откинули! Но дверь он ногой прикрыл, ребята! Держи дверь! Держи! Я не могу закрыть! Он мне ногой придавил. Ребята, дверь. Он пришел! Так, ребята, зато у нас уже половина ключа растоплена. Есть, да, мы уже с вами почти попали в подвал. Он за нами бегает опять, да что ж такое, а? Опять ловит. Он вообще меня везде ловит. Мы его оттолкнули. Да, но нам надо быстрее в подвал пробраться. Есть. Забирай свой чайник. Мне нужно, да, в чайнике, тихо. Он идет. От двери не отходи, он может быть сзади. Я знаю, я прикрою дверь. Так, ну мне нужно чайник, забираю. Так, все. Подогрей его. А, бегу в кухню. Где он хоть бы не рядом. Есть, я ставлю на печку. А, он идет. Да ё-моё. Вообще, он так близко постоянно. Бежим. Куда бежать? Бежим. Как говорит мама, ёшки-матрёшки. Ёшки-матрёшки. Тихо, он идет. На машине он меня достанет да, или нет? Да, он не может достать. Ничего Кто себе. Помнит? Помните? Круто, мама, как ты так сделала? Да какой он меня достал бы, я просто успела убежать. Так ты по машине прыгала. Сюда, давайте сюда. Так, забираю чайник. Ой, он горячий, ребята. Растапливай. Он кипяток. Он меня не видит. Он другую комнату убежал. Валерий, он не видит. А у тебя чайник в воздухе? Нет, он завис. Ай, чайничек ты мой. Отвлеки его. Да, может быть, он туда пробежит. Он меня не увидел, ребята. Иди бери чайник. Класс, ребятки, вообще классно, что никто меня не увидел. Увидел? Ай, горячий. Кипяток, руки обожгла уже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мама, притихни. Мама, хватит бросать чайник. Тихо, ребята, ну обжигает руки. Так, все, я его взяла. Все, прикладываю. Ну, растопись же, что уже ключик. Ребята, чуть-чуть осталось, буквально. Минута, полсекундочки. Круто. Чип-карта. Все, бери, отлично. Есть. Открывай, погнали в подвал. Все, он меня не найдет. Ура, поехали. Так, ребята, вы помните, что в подвале нас ждет? Тень. Да, Валерий очень любил этот момент. Так, в стиральную машинку заходим. Ну, все как обычно. Здесь у нас странная комната, где были дети. Помните, матрас лежал еще? Да. И мы с вами пробираемся. Где тень ходила? Тень. Да, где-то здесь она аккуратно. В
Вон она! Да, она идет. Сейчас очень важно не попасться тени. Сиди молча. Она проходит мимо. Проходит. Тихо. Вон, смотрите, это его страхи. Ну, мы так думаем. Кстати, вы пишите свои варианты. Да. Кто-то, как вы считаете? Кто-то из ребят писал, что это его жена превратилась в тень. Кто-то писал, что дети превратились в тень. Кто такая тень, ребята? Да. А ну, напишите, кто как считает. А мне осталось буквально пробираться чуть-чуть. Здесь где-то сейчас будет еще сосед, он выбежит ко мне. Да. А он не будет мне давать пройти. Двойной прыжок. Так, есть. Есть. Сосед, отдал тебя. Толкай, молодец. Закрываем. Есть. Все, сосед там заперт, и нам нужно беги. Срочно бежать к выходу. Где эта дверь? Кто помнит? Вот сюда? Куда Валерия вот бежать? Сюда. Я не помню. Вот сюда. Ты должна сейчас попасть в комнату к детям. Я попадаю в комнату. Но нам есть. Да. Есть. Ребята, это не простая комната. Да. Это комната соседа. Да. Представляете? Да. Это он. Да он когда в манеже лезет. Давай, быстрее. Прикольно. Ребята, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, мы будем очень рады. Вас очень любим. Всем пока-пока. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Bottle your taste. It's really a bad reception out there.